Всех. Топорная работа. Жалкие гроши. Не знаю, почему я до сих пор с вами торгую. Собранные в джунглях. Да, без личного разрешения губернатора. Гляньте на эту рожу. Пора показать ему, где его место. Пусть это всем станет уроком. Никакого предпринимательства без личного разрешения губернатора. Deus supra mineiro.
Закрой сейчас же эту чертову дверь! Ты все не так поняла! Ты слышишь меня? Луиза, открой! Ты разозлилась из-за какого-то мерзкого навета! Это ложь и подлая клевета, и ничего... О, что это? Убийца? Шелковый будешь. Умоляю, я не нарочно. Хватит пялиться, шваль. Я ваших грязных взглядов не потерплю. Храни вас Бог. Ну и что мне с вами делать? Что же, а? Простите. Роджерсом. Это тот, что спас Силкирка? Тот самый Роджерс? Ага. Моряк до мозга костей. Крепкий орешек, да. Заработал шрам во всю левую щеку, получив дробью в лицо. Она у него в небе застряла. Вот. И он выжил? Да. И ухом не повел, все так же раздавал приказы, пока на другой день не был ранен еще и в ногу. А потом день отлеживался. И мы сейчас говорим о живом человеке. Верно. У него море талантов и безумное обаяние. Жаль, только он не служит. Мне бы такого командира. И правда жаль. Передай бутылку.
Желаю, сэр. Капитан на варте. Свободу гротам! Еще парусов! Давай, красотка, расправь крылья! Сокрушен!